Напомним, застройщик планировал вырубить гектар хвойного леса и построить на этом участке небольшой детский сад. По мнению жителей микрорайона, вокруг достаточно других мест, на которых социальный объект можно возвести без ущерба экологии. Жители микрорайона предложили администрации города перевести спорный участок в природно-рекреационную зону. Чиновники мэрии идею поддержали. На земельном участке, который в настоящее время мы предполагаем перевести из зоны ЖС в зону РПР, расположен еловый и растет еловый лес. Планируется на основании ландшафтного анализа разработать проект благоустройства территории вокруг города Солнца, включить разработку дорожно-тропиночной сети, освещение, установку скамеек, ну и другие элементы благоустройства территории. В итоге участники слушаний большинством голосов поддержали инициативу жителей города Солнца. В ближайшее время вопрос о присвоении участку статуса природно-рекреационной зоны рассмотрят депутаты Петрозаводского городского совета.